Сотрудники ГИБДД края планируют вести скрытый контроль за водителями пассажирских маршрутов. Так называемые тайные пассажиры должны будут на протяжении всего маршрута следить за работой водителя и кондуктора и сообщать обо всех нарушениях. Сейчас подобный контроль ведут сами полицейские. Они переодеваются в гражданскую одежду и сопровождают маршрут. Отмечу, что количество ДТП с участием пассажирских автобусов растет постоянно.